пускай, пускай. Так, ну что, продолжаем испытание. Смотрим манометр, смотрите. То есть, с 5 атмосфер. С 5 атмосфер компрессор уверенно запускается. Это система МАФа. Уже 6 атмосфер. Вот эта конфигурация. В один мотор. Мотор 2,2 киловатта на 1 зиловский компрессор. Слушай. На 1 зиловский компрессор. Догоняет до 6 очков. И пускается. А, давай вот так я как-то покажу. Так. Не знаю, видно, нет, тут 6 очков. Давай, запуск. Уверенно пускается на 6. Ну, до родного пердунчика еще не догоняли. Охлаждения нет, головка уже горяченькая. Охлаждения нет, головка горяченькая. Ну, в общем, один работает. Да, но слышно, что где-то травит. Я искал, искал, где травит. Вот тут по сварочному шву. Да. То есть, уже компрессор для гаражных нужд, даже в макетном варианте уже помогает работать. Ну что, значит, что сделали? Здесь у нас все работает, проверили. Поэтому с этого компрессора сюда переставили маленькие шкиши, чтобы большие обороты были. Сюда переставили вот этот стаканчик. Нашу масленку, да, вот так она сделана. Вот. Ну, целиком крышку вместе с масленкой переставили. Ту еще крышку на всякий случай сохранили, не уродовали. А это вот уже тут с маслом, со всеми делами. Ну и все, делаем пробный запуск. Где тут стрелка? Сука, отсвечивает. Ладно. В общем, поверите, да, сейчас пока по нулям. Выключили. Пробный запуск. Давай. На 8 очках запускает. Давай, до 9 посмотрим. Когда этот пердунчик срабатывает, давай. Ох, микрофон аж меня сдуло. Ну, где-то 8,5, да, получается, он срабатывает. И на 8 он запускается. Где-то что-то тихо травит. Ну, то... Но это... Так, это значит, делаем вывод. Мотор на 220 вольт, 2,2 киловатта, конденсатор на однофазный, уверенно крутит зиловский компрессор. Теперь надо поднимать. Уверенно накручивает его до 8,5-9 атмосфер, потом происходит сброс вот в этой штуке. Как оно... Вот эта пшикалка, короче. И мотор и запускается, и выключается при 8,5 атмосфер, при восьмерке. На 8,5 сбрасывает, да? До 8 включается, выключается. То есть мотор работает. А, приколоться сразу. Ну, а 2 не тянет. А, кстати, вот, когда включаем сразу 2 компрессора, мы уже делали, максимальное давление доходит до 2 атмосфер, и компрессора останавливаются. Видимо, что происходит? Они вот у нас же в ресивер соединяются. И в итоге они через ресивер, компрессор давит другой компрессор. Они всего до 2 атмосфер доходят и останавливаются. В комментариях мне писали, что желательно бы поставить
обратный клапан не один общий, как сейчас у нас по схеме стоит. Ну, вот, на два компрессора один общий. А для каждого компрессора свой обратный клапан. Тогда, может быть, будет результат. То есть обратный клапан на каждом выходе. Вот здесь. Отдельно. Вот здесь поставить. Каждому. А разделить вот эти, да? Ну, да. На каждой своя емкость. Не, вот прямо на шлангах вот здесь оставить. Здесь угу. И там. То есть вот эту фигню перенести вот сюда. Эту фигню перенести сюда. Либо сбросную емкость на каждой своей. Да, или значит клапан. Тут разделять. Угу. И вторая сбросная емкость на каждом компрессоре, чтобы было с. Так, ну тогда, наверное, можно не париться. Да нафига, все равно будем еще один. Вот, тогда не будем париться, да. Сейчас я вот сниму крышечку, чтобы красиво было смотрелось. Вот, значит, не удалось нам обмануть физику. Значит, наша задача следующая какая. Снимаем один компрессор, или тот, они оба работают, мы уже убедились. Ищем еще один ресивер. И просто-напросто берем еще один мотор и делаем второй, одна... Второй компрессор. У человека будет два компрессора, два двухцилиндровых компрессора. Колесо или что-то подкачать один, если большая покраска или еще что-то, значит сразу два врубает, и воздуха у него там, ну, дофига и чуть даже больше. В общем, с одним работает, о, все, проверено. Система смазки тоже работает. Значит, что было сделано? В крышке, ну, вы видели, да, просверлено большое отверстие, полдюймовая трубка сразу сюда. Во время работы... выгоняет сюда масло примерно на пол диаметра трубки. Ну, где-то вот на сантиметр здесь она плавает. И она тут булькотит, булькотит, булькотит. Воздух заходит и выходит. Тем более, что у нас сапунчик. Сапунчик, сапунчик. Давление мы сбрасываем. Вот он, весь в маслице. Туда. То есть, что получается? Избыток масла, который там булькотит, избыток картерных газов, который сюда идет, там булькотит, и все это обратно все сливается. Все работает. Ну вот маленький эксперимент. Сейчас специально одели ремень на второй компрессор. Масло у нас пускай все не работает, но на какую-то долю секунды воздух-то у нас все осталось подключено. Пробуем. То есть два компрессора при 6 очках, мотор запускается на пусковых инициаторах пусковой мотки, но работать у него не хватает сил, поэтому не будем насиловать, отключаем. Ну что, эксперимент номер 3348 в этом году. Так, ну что мы сделали? Взяли шкив. Это стандартный жигулевский шкив с коленвала у нас. Одетый, значит, на вот этот мотор. Диаметр отверстия в шкиве 39 мм, диаметр вала у нас 28. Соответственно, вот если увидите, скрашенные оцинковочки толщиной 0,45 была сделана у нас втулочка, прокладочка или как, портянка, да, такая. И закрутили болтик, вот там вот есть паз под шлиц, под шпонку. Вот болтик влез в нее, то есть будет, надеюсь, крепко. До чего это сделали? Потому что вот видно, да, насколько у нас разница между с теми шкивами, на чем мы пробовали, и на этом. То есть сейчас теоретически... То есть сейчас теоретически должны подняться обороты на компрессоре. Запуск. Пошел процесс. Мотор остановился ровно на 4 очках. 4 с атмосферы.
И там нам не подходит. То есть, с этим большим шкивом двигатель 2,2 кВт, компрессор не дотягивает. Только хватило его на 4 атмосферы. А с вот этим шкивом, который у нас стоял, мы его до 6,5 атмосфер докручивали. Кого? До 9,5? Ой, до 9 у нас даже этих срабатывали клапана редукционные, точно. То есть получается, что этот качает сильнее, но медленнее. Этот качает быстрее, но всего до 4. Что будем делать? Тут, конечно. Чуть. Значит, что, возвращаемся опять к вот этому шкивочку. Вчера даже на вот этом попробовали. Ну, на таком вот огромном шкиве он даже на пусковом конденсаторе работал, но не запускался. С этим запускается, крутит, но только до 4 атмосфер. В комментариях очень много вопросов. Нафига я вообще вот это вот занимаюсь? Купи компрессор. Ребят, вот смотрите. У меня есть один компрессор, есть второй компрессор. Вот там дальше вот еще один возвышается, видите? Есть у меня большой компрессор, CO7. Большой компрессор, CO7B. У меня это компрессора у меня есть. Но знаете, как в поговорке, зимой, когда коту делать нечего, да? Вот я уже старый и седой с бородой, вот я и... Ну, хочется попробовать. Почему бы и нет? Тем более мотор есть, компрессор есть. И товарищу это надо. Это компрессор не мне делается. Вы, видать, комментарии не читаете. Это компрессор моему товарищу. И он его делает сам. Ну, под моим наблюдением или как. А, при моем активном сочувствии, вот так это назовем. Вот мы, значит, тут активно и экспериментируем. Разные шкивы, разные диаметры. Так, что у нас происходит? Ой, убрали один компрессор, на один мотор вешаем это. Устанавливаем новую подкову, старая наша подкова, которую я спалил на токарном станке. Вот, она послужила образцом. На рынке удалось найти новую. Вот мы, значит, это все делаем, сейчас подключаем. Пропаиваются все скрутки, вот она. Видно, да, блестящая, такая красивая. Все пропаивается, все закрывается, сейчас облагораживается, уже пробовали, пускали. Также получилось, вот здесь у нас дополнение. На стакане для масла был вкручен штуцер, новый штуцер и сапун. Они вот объединились по шлангочку. Это выход картерных газов. Основная масляная магистраль задней крышки. Просверлили, нарезали резьбу, приварили трубку в стаканчике. Теперь вот тут у нас хлюпает, останется вот здесь вот крышечку еще сделать. Оденем сюда что-нибудь. Вот. Ну, не знаю что, ну, на крайняк вот так тряпкой накроем, уже не будет булькать по сторонам. Нажал, значит, что происходит. Сейчас покажем, как работает центробежный выключатель. Рабочий конденсатор, давай. Он иначе прикололся, накачает до конца и попробует запустить под давлением центробежного выключателя. Угу. И посмотреть, как он весело искрит. Да? Так, выключили на 8 атмосферах. И еще раз давай запуск. Посмотрим, как... Подожди, я на регулятор центробежный этот сфокусируюсь. Включай. Угу. То есть на 8 атмосферах наш центробежный регулятор выключается. Будем поджимать, попробовать? Угу. Значит, вытаскиваю с розетки. И за счет вот тут вот болтики на кончиках есть.
можно подрегулировать момент включения и выключения центробежного регулятора. Сейчас попробуем это сделать. То есть, видели, под нагрузкой он вроде как разогнался, вентилятор выключается, но обороты еще компрессор не набрал. Да, вот сейчас мы его подвинули поближе. То есть момент выключения на центробежном регуляторе мы сейчас отодвинули на несколько сотен оборотов в верхнюю точку. Ну, по крайней мере, это я так рассуждаю. Как будет на самом деле? Сейчас узнаем. Сейчас мы это узнаем. Так, напоминаю, это у нас происходит запуск мотора при 8 атмосферах. Видите, на красненьком, да? Так. А, вот. Вот это пши, знаешь что? Это внутри в нем. Внутри в нем вот этот пшик, это по вот этому поросячьему хвостику стравливает вот из вот этого шланга и из головки воздух после остановки. А если вот так, он, это вот сейчас во включенный. Сейчас он включенный, да. И сейчас хрен запустится, да? Почему запустится? У нас же сейчас шланги ноль. Выключаем. Пускай. Сейчас мы выключили его на 8 атмосферах. Сейчас посмотрим, как он будет запускаться с 8 атмосфер, но, соответственно, когда этот выключатель стравит воздух. Из шланга, да? Да, со шланга из головки. Давай. Поздно. Так, ладно. Происходит подключение самого теперь прессостата. Вот этой вот электромеханической штуки, которая будет автоматически включать и выключать компрессор. И все равно. Ну, подергай. Куч-куч. Куч-куч. Опа. Опа, отлично. Так, все. Провода соединили. Ну что, можно попробовать запустить агрегат. Сейчас я отодвину камеру подальше. Значит, что мы сделали? Подключили прессостат. Отключили вот эту кнопку от стиральной машины. И теперь у нас получается что? Там воткнулось. Так, значит, вилку мы воткнули. Сюда воткнули, включаем. Так, о, батарейка вздыхает, надо быстренько концовочку заснять. Ага. Так, вот конденсат. Ну и все. Установлены крышечки, протянуты красивые новые проводочки. Закрытый двигатель, закрыты все крышки, протянуты новые свежие проводочки. Будем считать, что с электрикой и пневматикой. Вот пневматика вся наша, да, тут прессостаты, вся фигня. С этим мы на компрессоре закончили. Значит, следующая серия у нас, повторяю, будет
доделка масляной системы. Это в изготовлении или нахождении какой-то майонезной банки, да, или с подсгущенки сюда.